Всем привет! Может быть, вы уже заметили, а может и нет, если вы переходите на какую-нибудь админскую страницу, у вас выскакивает вот такое вот сообщение, что возникли какие-то проблемы. Переходим в отчет о состоянии, прокручиваемся вниз и видим настройки доверенного хостинга. То есть сайт рекомендует настроить файл, вот такой вот, мы сейчас это сделаем. То есть говорит, если его не настроить, то есть вероятность, что вас взломают. Меня ни разу еще ни на одном сайте через это не взламывали, но для всяких случаев лучше это настроить. Тем более это сообщение будет постоянно выскакивать, если не настроить. Вот основная причина, по которой я это сделаю, это чтобы оно не выскакивало. Да и ничего сложного в настройках нет. Для того, чтобы настроить этот файл, переходим в каталог с нашим сайтом, то есть в корневой каталог. Далее заходим в Sites. Далее Default. Далее нужно зайти в Settings, то есть его отредактировать. Но перед тем, как его редактировать, нужно выставить права на сохранение. Для этого нажимаем Атрибуты. Нажимаем «Писать», то есть мы сможем писать в этот файл. Нажимаем «Ок». Далее в него заходим, прокручиваемся практически в самый низ. Видим вот такие вот строки. Копируем их, вставляем ниже. Убираем вот эти вот две строчки, убираем звездочки. Далее прописываем вместо вот этих вот доменных имен, которые здесь указаны, для примера прописываем наши. То есть в данном случае у меня доменное имя Татьяна Z. Я копирую Татьяна Z и заменяю первую часть. Далее у меня Татьяна Z.ru, то есть вместо com я пишу ru. Все, настройка сделана, нажимаем ОК. Не забудьте вернуть атрибуты в стандартный вид. То есть убираем писать. Это нужно для безопасности. Все, настройка полностью сделана. Переходим на наш сайт, обновляем страницу. И вот, то есть вот этого предупреждения уже нет. Это все, что я хотел рассказать вам в данном видео. Если остались какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк и подписывайтесь.